Очередные сокращения грядут на красноярских производствах. Завод механических изделий «Сибтехмонтаж» заявил о массовом увольнении. 120 сотрудников лишатся работы из-за ликвидации предприятия. Оно сейчас находится в стадии банкротства. По разным оценкам, завод должен кредиторам десятки миллионов рублей. Отмечу, это не единичный случай. По данным службы занятости, о сокращениях заявили 34 городских предприятия. Без работы останутся свыше 700 человек.